Бомж. Да-да, именно про него я буду вам повествовать. Вы только задумайтесь, а где его кровать? Сегодня это лавка или в парке скамейка? А может быть и травка, что в том же парке зеленеет? Одно хочу сказать наверняка. Бомж тоже человек, как ты, как он, как я. И ночью, перед тем, как спать, наверное, любитель помечтать. В своих мечтах он станет воином, который борется и борется, и ничего его не сковывает. А где победа, там достоинство. А может быть и путешественник, который изучает мир. Везде найдет он приключения, что даже не хватает сил. Возможно, в сферу превратиться. Не тот, что в кустиках таится, а сразу нападает, идет к цели, любая муха у него под прицелом. Но это лишь сны. А реальность сурова. Настоящий бы бомж вряд ли был танцором и выражал бы так мысли свои. Казалось, вся жизнь — это пропасть. Да только надо жить веселее. И не по пустым карманам хлопать, а улыбнуться всем, что было теплее.